Обо всем самом интересном и важном в мире спорта мы, как всегда, расскажем в нашей постоянной рубрике «Спортивные новости». Минувшие выходные были насыщены спортивными событиями. В субботу впервые в нашем районе, в Северном парке, прошел чемпионат по парковому волейболу на песке. Это новый для славянцев вид спорта. На федерации собравшись, мы определили, что летом нужно проводить помимо пляжного волейбола классического 2 на 2, 4 на 4 для популяризации волейбола. То есть здесь играют не только профессиональные команды какие-то, но и предприятия, вот электросети играют, команда Барниковского, Петровской, Коржевского, ну совершенно разные команды. Играют для интереса. В отличие от классического и пляжного волейбола, в парковом более простые правила. Да и участников меньше, по 4 игрока на каждой площадке. В чемпионате играют волейболисты самых разных возрастов, от молодежи до ветеранов спорта. В первой игре приняли участие 8 команд. Лучшие из них пройдут в плей-офф, по итогам которого будут определены победители чемпионата. В этот же день в спорткомплексе «Лидер» прошли соревнования по настольному теннису и дартсу в зачет спартакиады между физкультурно-спортивными клубами по месту жительства. Они стартовали в преддверии 70-летней годовщины Великой Победы и проходят под девизом «Живая память поколений». В соревнованиях приняли участие 9 команд по дартсу и 9 по настольному теннису. По итогам очередного турнира в дартсе первыми оказались участники из Анастасиевского поселения. В настольном теннисе – команда Северного городского округа. Более 200 спортсменов из Краснодара, Темрюка, Тимашевска, Славянской на Кубани, Староминского и Ленинградского районов стали участниками взрослого и юниорского чемпионатов края по гребному спорту. Наибольшее количество медалей, 20, завоевали краснодарские гребцы. На втором месте сборная Славянской на Кубани. В их копилке 10 наград. Спортсмены из Ленинградского района заняли третье место. У них 6 трофеев.